Современных детских площадок в городе Бресте из года в год становится все больше. Они обновляются и не могут не радовать мам и их малышей. Но каждое лето у травматологов не убавляется работы. Начинается сезон дворовых травм. Конечно, предусмотреть все казусы там, где играют дети, вряд ли возможно. Но представители ЖРЭУ со своей стороны должны делать все, чтобы детские площадки в первую очередь были безопасными. А для этого их нужно ремонтировать или вовсе менять. Мы занимаемся ремонтом детского оборудования, как то качели, качели-балансир и горки. В основном вот три таких наименования, которые мы уже третий год работаем со ЖРЭУ. За этих три года, особенно по качелям, маятниковым и балансирам, сделано очень много работы. Согласно документам, есть такие СТБ 1176, 78, 71, 71.8, согласно которым маятниковые качели должны на гибкой сцепке быть. Не все это, правда, во дворах понимают, но такие документы, они вышли, потому что людям начинаешь объяснять, что удар на гибкой сцепке от качели намного меньше, чем когда жесткая сцепка. Ну, некоторые понимают и соглашаются, некоторые там шумят, потому что в тех качелях, конечно, легче размах. Да, требования к детским площадкам сегодня выдвигаются серьезные. Все строго регламентируется и должно соответствовать стандартам. К примеру, сегодня устанавливать качели жесткими элементами подвеса нельзя. Но такие до сих пор можно увидеть в некоторых дворах. А все потому, что замена требует немалых средств. Казалось бы, что может произойти, катаясь на такого рода карусели? Но такой простенький дворовой аттракцион на первом месте среди причин детских травм на улице. Потому сегодня все качели должны быть установлены прочно. Ножки не только должны быть глубоко вкопаны, но и залиты бетоном, так, чтобы он не выступал выше земли. А иначе это может привести не только к травмам, но и к гибели ребенка. Пример тому – происшествие в Малорицком районе. Одно из последних резонансных происшествий случилось в Малорицком районе, когда 28 июля дети катались на подвесной качели. В результате экстремальных колебаний качели опрокинулись, и 6-летний ребенок ударился головой о землю и погиб. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Нужно отдать должное, что в городе Бресте делается все, чтобы детские площадки были безопасными. Если ранее все качели и горки и карусели были выполнены исключительно из металла, то сейчас все больше деталей на современных площадках делают из пластика, избегая острых углов или любых потенциально опасных инструкций. А это значит, что применяя современные технологии, проектировщики стараются обезопасить маленьких посетителей от травм.